Ігор Полтавцев, експерт з працевлаштування в інтернеті, мандрівник. Чоловік 11 років працює у сфері інтернет-маркетингу. Починав з нуля без достатніх знань і грошей. Вже 6 років допомагає людям у пошуку віддаленої роботи та організації відпочинку. Любить подорожувати з дружиною та дитиною. Відвідав 23 країни. Так, і ми зустрічаємо гостя. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій студії. Знаю, ви приїздом в Миколаєві, частіше ви десь за кордоном, але ви приїхали і готові сьогодні з нами, з глядачами ділитися секретами фріланс. Але для початку хочу запитати, 23 країни проїхали, вже відвідали 23 країни. Як у вас взагалі це почалося, знаєте, кинути тут роботу, життя ось таке міське, от на роботу додому, з додому на роботу, і поїхати десь відпочивати, і при цьому ще й заробляти? Все это получилось не запланировано. Когда я еще учился в университете, я понял, что каких-то перспектив по моей специальности я не найду. Я начал искать какие-то варианты самореализации здесь, в Николаеве. И мне повезло, у меня появился друг, который тогда что-то делал в интернете, и он мне объяснил, что Google – это не только сайт для поиска, да, и что сайты существуют не только для развлечений и просмотра фильмов и игр, что все это большая индустрия, и люди зарабатывают на этом огромные деньги. И я прикинул в голове, что там компании, как Google, Facebook, да, и прочие – это все интернет-компании, самые богатые в мире. И я начал эту тему копать и брался за любую работу. Я себе поставил цель, что не цель какой-то наживы и быстрого заработка, а я хотел стать таким специалистом, которому будут компании сами предлагать работу, чтобы я в ней не нуждался. И это такой правильный вектор, который позволил мне быстро учиться и набираться опыта. Як це все відбувалося? Як цей шлях на напрацювання собі досвіду, можливо? Чи ви одразу якось почали тут планувати собі кудись поїхати там і при цьому вчили? От розкажіть оце, як готувалися до цього всього? Підготовки ніякої не було, я просто зрозумів, що це для мене вихід в світ, це можливість самореалізуватися. І поки у мене є час в університеті, я буду ходити на пари, я буду старатися там бути хорошим примірним учеником. Це для всіх студентів зараз треба обов'язково слухати, запам'ятовувати. Но, тем не менее, нужно уже взять себя в руки. Я начал заниматься активно спортом, и в здоровом теле здоровый дух, и также интернет-сферой. Вот. Каждый день начинался с того, что я уходил в университет, возвращался и до поздней ночи сидел, сначала искал, собирал информацию, как работает это, как устроено это. И поначалу было очень тяжело, мой мозг кипел, у меня голова реально болела физически. Тем не менее, спустя какое-то время, 3 месяца, мне получилось заработать первые деньги. Это было 1 цент. Один? 1 копейка. Я заработал. Оце 3 місяці працювати? Да, я набирался опыта, чтобы заработать 1 копейку. Но я на это посмотрел безэмоционально, логически. Я подумал, что ну а как я мог зарабатывать, если я вообще ничего не знаю? И если я уже научился извлекать деньги из интернета, то это хорошо. Прошел еще месяц, я заработал первый доллар. Прошло еще 2 месяца, я заработал первые 10 долларов, потом через какое-то время первые 100 долларов. И я вывел для себя такую формулу, что если этим заниматься и не останавливаться, как многие, то следующий там, порядок, новый заработок, он приходит быстрее, чем то, что ты зарабатывал до этого. Вот. То есть, скажем, следующие 1000 долларов легче будет заработать, чем ты инвестировал время и усилия в 100 долларов. И это мне придало такую вот мотивацию. И я очень много обучался. Спустя 3 года я из желания просто заработать денег, самообразования, вырос в студию, в компанию, которая занимается созданием сайтов и рекламой. Вот. Мы продавали рекламу с наших сайтов. У меня было 53 сайта. Вот, одновременно, и, скажем, рекламу со всех них можно было продать там за 400 долларов. Это так просто сидіти, напрацьовувати і потрошку напрацювати собі дійсно таку компанію. Дуже круто. Я знаю, що ви в Миколаїв змінили на Балі. Да. Таку країну теплу, так? І я знаю, що ви там відкрили навіть своє селище айтішників, наскільки я розумію. От розкажіть трошки про це. Це таке, зрозуміло, місце для фрілансерів з України чи з усього світу? От як?
Да, получилось так, что когда я поехал в путешествие, будучи интернет-предпринимателем, уже не фрилансером, я по возвращению с Кипра понял, что как бы я не только отдохнул, прошел там обучающий тренинг, но я еще и заработал больше денег. Я подумал, что это прекрасная возможность и грех просто сидеть на одном месте, если такие перспективы есть. Я начал активно путешествовать. Посетил очень много стран, и Бали мне понравился больше всего. Поделитесь хотя бы списком, какие країни були? Сейчас вот, куда я поехал? Значит, был Кипр, Египет, Израиль, потом Таиланд. Обратный билет я сдал, обменял. Угу. Планировал на 3 месяца поехать, но остался на год и 3 месяца. Ось так, ось 3 месяцев на рік. На год и 3 месяца. Это был Вьетнам, Филиппины, Непал, Китай, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Бали, потом в будущем это Бирма, Мьянма, Япония, Южная Корея, Мальдивы, Шри-Ланка и множество маленьких Знаете, стран. Знаете, у меня, как у мандрівниці, просто зараз в ці країни ось так, и я хочу теж, ось, дійсно, ну це круто, подорожувати, при цьому працювати якось, ну, не прийматися, що буде там так, ось, просто жити собі на... Как хочешь. Я вам скажу, что в чистом виде просто работать, заниматься любимым делом, или в чистом виде просто отдыхать, путешествовать, и не то не есть как бы удовольствие. Я проверил на себе. Угу. Самый кайф – это когда ты совмещаешь и то, что ты любишь, и отдыхаешь так, как тебе нравится, и где тебе нравится. И я вот сейчас приехал в Николаев к родителям со своей супругой, которая с Индонезии, с ребенком, и я испытываю колоссальное удовольствие от пребывания в Николаеве. Просто потому, что у меня есть возможность здесь быть, а есть возможность уехать на Бали или в другую страну. То есть, и я здесь нашел много плюсов для себя. То, чего мне там не хватало, я нашел здесь. Ну, це круто, що в рідному Миколаєві ви знайшли те, що вам треба було. Ну, давайте, ну, поговорили, чесно, трошки позаздрила вам, ну, тільки білою заздрістю, так що дуже круто, сподіваюся, що і у нас теж колись так вийде. Ну, от, будемо вчитися, а вчити будете зараз ви нас. От, розкажіть, фрілансер, я думаю, всі вже зрозуміли, що це вільні працівники, які працюють через інтернет, які свої послуги продають, якщо я правильно зрозуміла, да. Так, все правильно. Як стати цим фрілансером? Ну, от ми зрозуміли, що сидіти, вчити, напрацьовувати досвід, що ще треба знати? Що треба вміти? Если, скажем, в університеті і в школі нас обучають чому-то такому глобальному і говорят на наш вопрос, а как мне это пригодится, нам говорят, это багаж знаний, он тебе пригодится, то во фрилансе каждое знание, каждый навык, каждая программа, которую ты осваиваешь, она тебе приносит деньги. Это как твой портфель знаний и навыков, которые ты носишь всегда с собой в компьютере, и ты... компаниям предлагаешь свои услуги, и чем более ты компетентен, умен и сообразителен, тем больше компаний хотят с тобой работать и готовы платить больше. То есть, прежде всего, это знания и навыки. Да? Также важный аспект – это коммуникация. Коммуникация в интернете, она обрезанная, нельзя лично встретиться. И поэтому текстом надо научиться передавать свои мысли так, чтобы человек их мог понять однозначно, не двузначно. И такая... полезная техника по коммуникации в интернете, которую многие не соблюдают, что общение не должно чатом ничем отличаться от живого общения. То есть, если вам говорят «здравствуйте», вы должны сразу ответить «здравствуйте». Если вам говорят «до свидания, хорошего дня», вам нужно тоже ответить «до свидания, хорошего дня». Угу. Часто это бывает просто игнор, да, просто человек ушел. Да, прочитал и пошел. Да, так? Типа, ну я типа прочитал, он же увидел. Нет, должна быть живая коммуникация в чате. И суть заработка заключается в том, чтобы приносить пользу компаниям. Скажем, есть интернет-магазин какой-то, они хотят продавать холодильники, бытовую технику, да? И чтобы этот магазин функционировал, что нужно сделать, какие виды работ? Должен быть дизайнер, фотограф, который отснимет фотографии очень красиво, это не на телефон, да? Отснимет фотографии тысяч этих экземпляров, да, продукции. Потом копирайтер, человек, который напишет текст и пишет, что этот холодильник с такими характеристиками поможет вам в таких-то ситуациях, его отличие от других в таком-то. И помочь людям сделать решение купить. Покупайте сегодня со скидкой 30%, вы уже давно об этом мечтали. Да. Потом дизайнер, который нарисует этот сайт, верстальщик, который
картинки соединить друг с другом, программист, который сделает так, чтобы кнопочки были активными и по нажатию что-то происходило. Потом идут продавцы, которые звонят, рассказывают о продукции. Потом и так вот, вот так вот вереница профессий, чтобы только mm-hmm. один сайт запустить. И вот наш зритель может вспомнить, сколько сайтов он уже сегодня просмотрел с утра mm-hmm. или за вчерашний день, и понять, что за каждым этим сайтом стоит какая-то компания, они что-то продают, они зарабатывают на этом деньги, и они готовы платить деньги за то, чтобы этот сайт обслуживался и был эффективным. То есть там своя конкуренция очень жесткая, угу. вот, и хороший специалист всегда в цене. Продовжуємо говорити про роботу мрію фрілансером. У нас в гостях сьогодні Ігор Полтавцев, експерт з працевлаштування в інтернеті та мандрівник. Знову вам доброго ранку бажаю. Так, ми продовжимо говорити і говоримо далі про те, які професії можна перевести в інтернет. Тому що ну деякі, можливо, зараз дивляться нас, думають, та ну що це працювати там в інтернеті, це такі звичайні роботи. А ось я, наприклад, там вчителька чи ще хтось. От які професії можна перевести в інтернет, як працювати? Я би розділив це на дві категорії. Є професії, которые легко перенести в интернет, и которые смежные, их в принципе можно перенести, да, свой опыт, uh-huh. Которые легко перенести, это дизайнер. То есть uh-huh. если человек красиво рисовал, если он создавал какие-то рекламные материалы, в офисе сидел, да, это все очень легко переносится, именно такая работа нужна и в интернете. Меняется всего лишь форма коммуникации и форма оплаты. Uh-huh. То есть если до этого люди общались в офисе, тет-а-тет, то теперь они общаются в Фейсбуке, да, uh-huh. в чате, и деньги раньше давали, скажем, наличкой или на банковскую карту, то теперь это будет на банковскую карточку. Uh-huh. Вот и все. Вот и вся разница. Да. Тобто ничего такого да. складного. Но плюс в том, что ты можешь сидеть дома, и ты можешь работать с любыми компаниями по всему миру. Uh-huh. И если у тебя еще и английский язык есть, то, пожалуйста, зарабатывай в 3-4 раза дороже, больше денег. Uh-huh. Да. Так, но все профессии... Дизайнер, да? Так, дальше. Писатели. Это копирайтеры современные. Да. Кто еще? Например, ассистент начальника в офисе, секретарь. Это личный mm-hmm. помощник в интернете. Вот. То есть не обов'язково сидеть постоянно біля... Конечно, сейчас есть в банках те же консьерж, которые помогают людям mm-hmm. бронировать билеты на самолет, там, в кинотеатр и просто какие-то бизнес-задачи решают удаленно. Вот, да. mm-hmm. Это так. То, что очень легко перенести. Mm-hmm. Род деятельности как бы не поменяется совсем. Вот. Mm-hmm. А те, которые смежные, если человек продавец фармацевтики в аптеке, как ему перенести это на удаленную работу? Так. Есть в интернете куча сайтов, посвященных продаже препаратов, там, рекомендаций, консультаций. Угу. И человек уже с большим опытом, уже с образованием, он вне конкуренции с другими людьми. Он придет на этот сайт, в компанию, и будет там консультантом, он будет там продавать медикаменты, но только уже по телефону, по скайпу или в мессенджерах. Угу. То же самое. Тобто все дуже просто, то просто да. захотіти треба. Если человек продавал технику или телефоны, то он может легко продавать это же в интернете. Uh-huh. на больших сайтах. Вот. Мой опыт, да, с чем я пришел в интернет, я был кассиром в автобусе. Мой отец был водителем uh-huh. и строителем, а я много-много лет занимался тем, что брал с людей деньги за проезд. Uh-huh. Я с этим багажом, еще я геймер, но в компьютерах как бы ну, не понимал. Вот с этим багажом я пришел в интернет, он мне не пригодился, сразу скажу, да. Но, тем не менее, можно начать даже с нуля. Тобто все можливо, треба просто забажати да. і от іти до своєї мети. Да. Так, ну і не встигаємо все обговорити, але я думаю, у нас ще будуть ефіри, будемо ще обговорити. Давайте, я знаю, що у вас скоро буде подія, на якій ви будете вчити наших миколаївців. От ви приїхали з такою освітянською, я б сказала, своєю функцією, от розказати всім про фріланс. От розкажіть, коли це буде, коли миколаївцям завітати і, можливо, mm-hmm. чогось собі перейняти. Да. Значит, в субботу в 4 часа вечера в торговом центре КИТ есть коворк-центр, WorkHub называется. Uh-huh. И там будет проходить это мероприятие, митап на английском, где я буду делиться опытом фриланса, заработка в интернете и путешествий. Как начать, как это все соединить
і як отримати від цього удовольствие. Угу. Вот. Тож, раптом що, зустрінемось всі на тій події, будемо слухати, а якщо приходите ні... Приходите ви, приходите зрителі. Да, всі йдемо, всі вчимося, а раптом що, то потім просто перенесемо це все на наші ефіри, бо я сподіваюся, це не остання наша зустріч в ефірах. Дякуємо вам. Я нагадаю, Ігор Полтавцев, експерт з працевлаштування в інтернеті та мандрівник, був сьогодні у нас в гостях, розказав, що таке фріланс і як, і з чого почати. Дякуємо вам. Спасибо вам.